Ну вот, пришел Максим Павлович и товарищ, который у нас будет спасателем. Вот он несет стул и стол. Так что сейчас будет открытие, и ребятишки будут заходить и купаться. Оу, наши главные идут. Надя с Олегом идут уже открывать сезон. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Максим Павлович. Вот наши главные. Народ пришел. Так что сейчас будет открытие уже. Ребята будут уже это самое заходить в бассейн. Два будут и заработать. И здесь вот два, и там вот два. Да ты чё? В принципе, как прошлый год. А, ну да, ты там два отработаешь, здесь два потом, да? Ну вот, сейчас открывать будут. Я такого же мнения. Это они сделали, видишь? Когда мыли. Ну вот, уже Надежда складывает свое полотенце. Сейчас народ лынет. Ау! Да. А вода прямо чистейшая. Ой, голубым отдает. Ой, как здорово. Замечательно просто. Сейчас я и детский покажу. Это взрослый. Да, вот сказали, прыгать нельзя в бассейне. А то в прошлом году он как прыгали, так это ж вообще. Ну вот и детский бассейн. Ну, вода здесь, наверное, потеплее. Ну, нормальная. Во всяком случае, здорово. Ну вот, сейчас расставят эти лежаки и будут запускать народ. Запускать будут по прошлогодним карточкам, которые были на трансфер, и сюда. Так что все будет, все по-старому. Ну и мальчик у нас тоже старый, который у нас был в прошлом году спасателем, и в этом году тоже будет спасателем. Ну вот, так что все готово. Сейчас расставят только лежаки, и все, народ будет заходить тогда.